Григорьев. Любопытно, что Григорьев выступал в свое время за Кубань и даже был капитаном этой команды, когда она выступала еще в первом дивизионе. Но тогда он в аренде находился в краснодарском клубе. Рудный. Пас Шемберса направо. Козин возвращает мяч своему опорному полузащитнику. Рудный. Было перед ним пространство. Сейчас Бакаев. Рудный. И дальше покатить влево. Удар по воротам Бакаева. Рудный вроде бы все правильно делал. Опасно. Ой-ой-ой. И мяч влетает в ворота. 2-1 счет становится. А сложно сказать, после удара Пришкина мяч пересек полностью линию ворот или нет. Но в любом случае Неко добил его в сетку. 2-1. Алания вновь выходит вперед. Еще раз посмотрим. Здесь очень неплохо на коротке сыграли и Бакаев, и Рудный. И вот этот удар, да, все-таки успевал выгрести мяч и не пустить его за линию ворот Белинов после первого удара Пришкина. Ну а Неко уже оторвался от Кулика и буквально вогнал мяч в сетку с самой линии ворот. Может быть, с полуметра.